кажется, елка. Только хотела сказать, елок здесь нет, но довольно красиво. А оказалось, что тут елка. Не зря сюда пришла. Привет, зрители. Любишь ли ты, зритель, дороги, так как их люблю я? Меня сегодня во флудилке на одну мысль навели. И учитывая, как часто меня, скажем так, сливали с разных путешествий, то если то, что мне изначально понравилось, все-таки еще живо и именно такое, как я хотела, то, может быть, я себя порадую в этом году. Чтобы не пролюбить, как в прошлом году, но, в принципе, у меня было одно путешествие маленькое, но все-таки как-то 100 с лишним тысяч пустить вместо Японии на технику. В каком-то плане это грустно. Хотя одна из этих техник вот сейчас снимает это все. Кстати, довольно неплохо снимают. Учитывая, что сейчас вечер уже, ну, по крайней мере, темно. Не буду я, наверное, близко подходить, потому что, по-моему, это просто огоньки. Но, по ходу дела, сегодня у часового нету елки. Точнее, в этом году. Вон там у нас светофор, а здесь у нас теперешняя высшая лига. Ожидание и реальность. Моя подруга как-то более обширно описывала эту елку. По крайней мере, я ждала что-то, ну, не такое. А тут просто коньки. Ну, слушайте, так холодно, у меня уже конечности замерзли. Конечно, вариант зайти сюда погреться, но мне ничего не надо. Есть шанс купить какую-нибудь хрень. Плюс мне еще и вот так идти и покупать то, что попросили. Вон там фонарик какой-то горит. Зелено-синий. Возможно, до центра я пойду в отдельный день. В общем, ничем не примечательная елка. Ничем не отличается от этих деревьев, от высшей лиги.